Далее непосредственно о спортивных достижениях. Юные ушуисты постигают искусство бросков в поединках. Судя по результатам открытого первенства, у них это неплохо получается. В Адыгее прошло открытое первенство шуайцзяо – традиционному виду китайских единоборств. Показать свое владение боевым искусством собрались 130 юных бойцов. Одна команда, представляющая Белореченский клуб восточных единоборств, и три из Дружественной республики Адыгея. Участники соревнований выступали в различных возрастных и весовых категориях. Итоги чемпионата не могли не порадовать белореченцев, ведь им удалось занять 18 призовых мест, из них 6 призовых. Среди совсем юных спортсменов абсолютную победу одержали Артем Гребенник, Андриан Полянский, Артем Калиберда и Кирилл Трунов. И среди более старших чемпионский титул подтвердили Александр Коцарев и Сади Алиев. Наталья Колесникова, новости спорта.